Здравствуйте, дорогие друзья и коллеги. Наконец-таки я открыл этот майский выпуск вопросов на ответ и сразу скажу, что ответить на все вопросы под YouTube выпуском не получится, так как пришло их более 400 в целом, не включая соцсети, поэтому что я могу сказать, что отвечу я по максимуму тем, кому отвечу. Тем, кому не отвечу, пожалуйста, следите за июньским выпуском, потому что в июне месяце случится еще один выпуск вопросов и ответов, и те, кому я не успею ответить, я обязательно отвечу в июне. Просто успейте хотя бы в первую сотню попасть. Я физически не успеваю всем ответить, поэтому благодарю всех за внимание. Итак, мы начинаем. Поехали!